Ночью техника пробилась в заблокированную снегом Тимофеевку, пока только вездеходом. Сюда доставили двух местных жителей и гуманитарную помощь. Свет и связь в поселке есть. Далее техника пойдет на Ракушку и Веселый Яр. Энергетики подали свет во все села Ольгинского округа. Ну, работать здесь техника осталось где-то порядка 5 километров, наверное, пройти с тем, чтобы бульдозер уже очистил и обеспечил проезд, в том числе для многих видов транспорта. Мы на высокопроходимой технике прошли, завезли туда продукты питания. Вот, сейчас глава поселения их по мере необходимости раздаст населению. Вот, свет в населенном пункте есть, связь телефонная тоже. Каких-то таких критичных ситуаций нет.